Компания Gigaset объявила о выходе на рынок программного интегратора на базе микросотовой системы Gigaset N870, а также о появлении лицензии на подключение устройства N870 к системе интегратора. Пользователям будет достаточно двух версий – виртуальный интегратор и аппаратное устройство N870, выступающее в роли интегратора. Интегратор объединяет несколько микросотовых систем N870 или N670 в одну большую DECT-систему и позволяет расширить микросотовую систему до 20 000 трубок путем добавления DECT-менеджеров. Для использования виртуального интегратора требуется лицензия. Без лицензии ПО можно использовать в течение 35 дней. Емкость системы до 100 микросотовых DECT-менеджеров, таких как N870DM или N670 с лицензией на обновление, до 300 сингл-сотовых устройств N670, до 6000 базовых DECT-станций 60 на микросотовый DM, до 20 000 DECT-трубок, до 6000 одновременных вызовов. Аппаратное устройство N870 можно переключить на роль интегратора, а лицензия не требуется. Емкость системы до 4 микросотовых DECT-менеджеров, таких как N870DM или N670 с лицензией на обновление, до 20 сингл-сотовых устройств N670, до 240 базовых DECT-станций 60 на микросотовый DM, до 800 DECT-трубок, до 240 одновременных вызовов. На этом у меня сегодня все. Будьте на связи. Пока.